Алексей Козлов представляет. Соединенные Штаты Америки представляют собой страну, где живут многочисленные иммигранты самых разных континентов, самых разных цветов кожи, национальностей и вероисповеданий. Вдобавок ко всему, рабовладельческое прошлое Америки добавило особый колорит к культуре этой страны и без того очень сложной. Колорит этот окрашен в цвета негритянских духовных песнопений, которые постепенно переходили в музыку соул, музыку фанк, музыку ритм-н-блюз и, наконец, в активность фирмы Motown, которая создавала музыку, исполняемую чернокожими артистами для развлечения белых граждан Соединенных Штатов Америки. Сейчас я предлагаю посмотреть довольно редкий сюжет. Здесь многочисленные группы, состоящие из чернокожих исполнителей, как бы соревнуются между собой, разыгрывая специфические сценки. В огромном роскошном зале сидит чернокожая публика. И главным организатором всего этого праздника тоже является чернокожий менеджер, который и объявил начало этого специфического концерта. You better leave now because I have a feeling something special is about to happen. We call it the Battle of the Groups. And for openers, here are the Manhattans. And gentlemen, the Cadillacs. Well, now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Gentlemen, the Drifters. This magic moment, so different and so new, but like any other. Until I kissed you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, your shoes get so hot, you wish your tired feet was fireproof. Under
blanket with my baby. It's where I'll be. Come on, y'all, let me hear you say, under, out of the sun, we'll be having some fun. But y'all get on back out the way, cause we gon' sing it. So get on back out the way. Hey, group, come here. Papa was a rolling stone, y'all. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Now, yeah, we got something. I'm
Now we actually